тише! Я не пойду другу рожать, ребята! Лёха! Тише! Дорогой, я не поняла, где деньги? Почему у нас пустой холодильник? Мне не дали зарплату. В смысле тебе не дали зарплату? Ну, в прямом смысле, мне не дали зарплату. Меня вообще уволили с этой работы. Как уволили? Так уволили с работы. Обратись в профсоюз. Нет профсоюза. Как нет профсоюза? Так нет профсоюза. Уже 10 лет как нет профсоюза. Я же тебе говорил, нет профсоюза. 10 лет как нет профсоюза. Вообще ничего. А как нет профсоюза? Вот так нет профсоюза. 10 лет назад, как закрыли профсоюз, так его нет. Если бы был у меня хоть один шанс вернуться назад, на 10 лет назад. Да легко. Наши разработали аппарат, который возвращает в прошлое. Я за. Ты уверен? Я уверен. Точно этого хочешь? Да. Давай. 1996 год. Я ему, короче, нахуй не говорю. Пусть ты. Упа, я закрыл. Ребята, ребята, помогите, а подскажите, как дойти до профсоюза? Какого профсоюза? Ну, любого профсоюза, хоть какого-нибудь, помогите. Слушай, ты, профсоюза уже давно нет. Как нет профсоюза? Их уже нет, как 15 лет, да, они давно развалились. Как развалились? Кто у вас вообще здесь главный? Не, ну за меня любой скажет, я член профсоюза! Любой член профсоюза за меня скажет! Кто? Да. Ярославна у нас главная! Ярославна! Ну как не знаешь, Ярославна самая главная вообще член профсоюза? Как, ребята, ну... Ярославна! Ребята, если не знаете, то, конечно, я все. 82-й, я все, я поеду. 82-й, стой! 2004 год. Блин. Молодой человек, что с вами случилось? Вам помочь? Да. Ой, извините. Не бейте меня, пожалуйста. Вы замерзли? Майский, я в 96-м году только что. 2193. Я прошлое, будущее, я запутался. Я был только что. Меня. Помогите, пожалуйста. Я член профсоюза. Помогите. Мы тоже из профсоюза. А из какого ты профсоюза? Строительного отделения. ЛВРЗ. Ребята. Ребят, у нас все плохо. Нет профсоюза. Подскажите, как вы вообще добились этого? Как у вас все хорошо? У вас профсоюз? Как? Помогите, подскажите. Мы всегда работали и всегда делали только лучше. Мы опускали руки. Мы были всегда вместе. Это было нашей судьбой и стимулом. Ребят, спасибо вам большое. Я сейчас вернусь назад. И все сделаю так, как вот вы мне посоветовали. Я мы все сделаю. Верим в тебя, друг! Спасибо, ребят, спасибо. 2117 год. Че, козел, на я не поняла. И где ты шлялся все это время? Дорогая, ну я был в 96-м, 2017. Вот именно туда я тебя и отправил. В 96-й. 2004. А здесь ничего не поменялось. Дорогая, понимаешь, чтобы что-то поменять здесь, сейчас, сегодня, завтра, послезавтра, мало того, чтобы просто вернуться в прошлое, поменять что-то там, нужно менять сегодня, нужно менять завтра. Я обещаю тебе, я сегодня же начну, и сегодня же мы начнем действовать. Нужно просто работать, не сдаваться, несмотря ни на что. Именно сегодня начинать менять будущее. Именно вместе с тобой, вместе со всеми, кто с нами, мы сегодня начнем работать наш профсоюз.